Полиция может заинтересоваться кадрами из Ленинского района. Ночной воришка снял колпаки с припаркованной иномарки, но даже не думал, что попадет в объектив камеры наблюдения. 3:00 ночи, двор дома по улице Барбюса. Вот он смело подходит к «Шкоде», подсвечивает фонариком, садится на корточки и снимает сначала один колпак, затем второй и убегает. У легковушки даже сигнализация не сработала. После преступления он сбежал. Зачем ему понадобились колпаки, стоимость которых всего около 1000 рублей, теперь гадают хозяева иномарки.